теперь к событиям в британском Солсбери. Там снова перекрывают улицы, а в одном из итальянских ресторанов работают люди в костюмах химической защиты. По данным местных СМИ, накануне в заведении мужчины и женщины средних лет почувствовали себя плохо. Эвакуация началась после того, как очевидцы сообщили, пара общалась на русском. Эту информацию до сих пор подтвердить не удалось, однако полиция графства поспешила с заявлением. Ни о каком новичке речи не идет. Масло в огонь истерики добавил тот факт, что события минувшей ночи разворачивались в нескольких сотнях метрах от ресторана, в котором побывали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до того, как попасть в больницу. Добавлю, сейчас британская полиция разыскивает еще двух человек, якобы сопровождавших Руслана Баширова и Александра Петрова, которых Лондон считает отравителями Скрипалей.